он был назван национальным героем и мучеником. 26-летний доктор Усама Риаз потерял жизнь в борьбе за пациентов, больных коронавирусом. Он стал первым врачом в Пакистане, который умер от болезни. Он состоял в группе врачей, которые обследовали людей, вернувшихся из Ирана, в городе, граничащем с Тафтаном. Позже он перевелся в Гилгит, ухаживать за пациентами в изоляционных центрах. Его коллеги сказали, доктор Усама положил жизнь, рискнув ухаживать за больными коронавирусом. После заражения он 3 дня провел на вентиляции легких до того, как скончался. Крайне прискорбно, что департамент здоровья Гилгита-Балтистана подтвердил, что Усама Риаз, который играл ключевую роль в войне с коронавирусом, скончался. Департамент сказал, что доктор Усама будет объявлен мучеником и будет официально наречен национальным героем.